Здравствуйте, мои дорогие телезрители. Добро пожаловать на мой канал. И с вами Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. Напоминаю, все, что вы видите на моем канале, вы можете заказать через меня, так как я занимаюсь байерством. Байер – это я покупаю одежду, обувь, сумки, ну, все аксессуары, очень брендовые и итальянское производство. Вы можете заказать у меня. Мой номер WhatsApp вы можете найти в описании под видео, либо в закрепленном комментарии. А я сейчас начну обзор. Посмотрим, куда мы зайдем. Ну что ж, дорогие мои телезрители, я решаю зайти в Dolce & Gabbana. И первая сумочка — это вот такая вот красавица зеленого цвета. И стоит она 975 евро, а стоила 1500. Также есть оранжевого цвета. И эта красотка стоит 795 евро, стоила 1150. Вот так вот она смотрится. Она намного меньше, чем та предыдущая, первая. Есть вот такого голубого цвета, как зеленого, который зеленый я вам показывала. Такая добротная. Только текстуры кожи здесь гладкая, а там была немножко рыхленная такая кожа. Называется Софьяна. Наш Dolce & Gabbana. 1527 евро, 2550 стоила. И вот такая вот красотка розового цвета. Красавица на самом деле. Такая в центре у нас во Флоренции стоит намного дороже, но здесь просто розового цвета. И сейчас покажу я вам ее внутри и, конечно же, цену. Цена 1007 евро, а стоила 1550. Следующая модель вот такая. И рядом стоящая чуть побольше. Я вам покажу их две. Вот это в данный момент поменьше шарфик. Он продается отдельно. Шарфик стоит 72 евро. Сумка стоит 795, стоила 1250 евро. А вот эта модель, обратите внимание, как она открывается. Замочек. Так, цена 1650 и 643 евро она сейчас стоит. Красавица. Дорогие мои телезрители, показываю я очень быстро. Зашла в Dolce & Gabbana буквально за 10 минут до отъезда, так как они закрываются в 7 часов. И оставалось буквально 10 минут, и я быстренько сделала такой обзор. Ну, ничего страшного, в следующий раз приеду, сделаю поподробнее, покажу вам одежду, женскую коллекцию и мужскую, конечно. €2437 стоит эта сумка. Стоила она намного дороже. В данный момент вот эта сумка из кожи крокодила. Она стоила в порядке 19500, сейчас 8450. Да, но это натуральный крокодил и сумка от Dolce & Gabbana. Вот такой вот цвет красивый, бежевый. Милая сумка. Классика. 1105 евро. Стоила 1700 евро. Вот такие вот яркие красотки. 1137 евро стоит эта сумочка. 2925 стоит эта красотка. И вот эта красотка стоит 1350 евро. Вы можете поставить на стоп и рассматривать подольше.
Я вам объяснила, почему я делаю быстро, так как времени не было, буквально они уже закрыты, ждали меня. Здесь вот такая вот в розовом тоне коллекция босоножек и сумочек. Эти босоножки стоят 447 евро, стоили 745. Вот такой вот низкий каблучок. Вот такая вот красавица сумочка с такой росписью. 1202 евро, стоила 1650. Следующая вот такая вот яркая, красивая сумка с фермуаром. Вот с такими вот стразами. Достаточно вместительная, красивая, элегантная, шикарная. И вот такие вот туфельки. 405, 283 евро сейчас они стоят. Я с вами попрощаюсь. С вами была Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. И была я в бутике Dolce & Gabbana. Подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч. Пока-пока. Хорошие проходят мои дни рабочие, как я встала, еду домой, наснималась, но ничего, сейчас приеду домой, посмотрим, что буду делать. Мне нужно монтировать однозначно видеоролик, завтра еду в другой город. Куда? В Барберину поеду.